Теперь обо всем подробнее. День знаний 1 сентября праздновали все учебные заведения страны. В районе имени Габита Мусрепова в этот день сдали в эксплуатацию новую школу. Получать образование в ней будет около сотни ребят. На открытии побывал аким области Ерик Султанов и наша съемочная группа. День знаний стал по-особенному праздничным для 90 ребят района имени Габита Мусрепова. Начало учебного года они встречают во дворе нового здания Буденновской школы. 15 ребят здесь будут посещать мини-центр, 75 – получать среднее образование. В церемонии открытия учебного заведения принял участие глава региона Ерик Султанов. Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года. Вдвойне приятно поздравить вас с открытием этой прекрасной, просторной школы, отвечающий всем необходимым современным требованиям и стандартам. В честь праздника аким области преподнес подарок школьному коллективу – ключи от автобуса. А еще вот такие книги от имени президента Казахстана каждому первокласснику. В их числе Айлин Рахимжанова. Ее мама возлагает большие надежды на свою маленькую ученицу. Сегодня у нас очень радостный день. У меня две дочери идут в эту школу, в первый и в третий класс. Мы очень рады, что школа большая, красивая. Первый корпус Буденновской школы построили в 1964 году. За полвека оно устарело, стало аварийным и не отвечало современным требованиям. Долгое время мы занимались в таком вот приспособленном помещении. Кабинетов было недостаточно. Сейчас у нас 15 классных комнат, у нас две мастерские, кабинет информатики, самопознания. Ну а самое главное для наших ребят-спортсменов – это спортивный зал. Открытие новой школы стало важным событием для жителей всего района. Я ученик 11 класса, и мне выгодно закончить хорошо школу, поступить в вуз. И в этой школе, я надеюсь, будут все условия, чтобы хорошо поступить. И вот торжественный момент. Аким области Ерик Султанов разрезал праздничную ленту. Затем глава региона ознакомился с материально-технической базой учебного заведения. Прошел по кабинетам, побывал в лабораториях. Кстати, в школе их две – по химии и физике. Отмечу, сейчас в районе имени Габита Мусрепова 48 школ. В них учатся почти 5700 детей. Ольга Загоруйко, Ирина Панфилова, Михаил Казначеев. Новости МТРК.